Подобную неприятную картину переполненных мусорных контейнеров жители домов на улице Интернациональной, что в микрорайоне Конищево, наблюдают уже почти неделю. Вот, например, помойки возле пятиэтажек по адресу Интернациональная 2 и 2, корпус 1. Здесь баки заполнены под завязку, а людям приходится бросать пакеты с мусором прямо на землю. Местные жители говорят, что днем собаки растаскивают мусор по всему двору. Не легче ситуации на контейнерной площадке возле жилого дома по Интернациональной 8/29. Куча мусора здесь даже еще больше, чем в соседних дворах. Дворник рассказывает, что мусорщики не приезжали еще с конца прошлой недели. 2 недели будет в пятницу, как не вывозят. Один раз приехали не наши машины, которые всегда берут у нас. Сказали, что они сломаны. Вот забрали они 14 бачков. Все, больше никто не приезжает и ничего не делает. Вот уже запах, чувствуете запах какой пошел? И мы сами не знаем, нам говорят, что они сломались и все. Директор местной управляющей компании Юрий Петухов говорит, что они заключили договор с подрядной организацией «Экосервис». Однако, по словам директора, в последнее время участились случаи невывоза мусора работниками «Экосервиса». Договор заключен с «Экосервисом». Сейчас данная компания, начиная с субботы, ограничивает вывоз мусора, потому что в связи с отсутствием автомобилей, спецавтомобилей по вывозу мусора. Ситуация, говорят, что временная, но на всякий случай сегодня мы попробуем привлечь дирекцию по благоустройству города для того, чтобы вывести весь этот мусор. То есть нам обещали вывести все в воскресенье, в понедельник, да, но вот вчера понедельник прошел, ситуация стала только хуже. Кстати, на организацию «Экосервис» уже жаловались горожане. Около месяца назад жители Кольнова обращались во многие инстанции с просьбой очистить их дворовые мусорные контейнеры. Через некоторое время жалобы все же подействовали, и мусор стал убираться по графику. Кстати, тогда работники «Экосервиса» ссылались на нехватку именно спецтехники. Сколько ждать уборочных машин жителям Конищева, неизвестно. Пока же местные коммунальщики собираются просить помощи у городского управления по благоустройству.